Ну а сегодня, дорогие друзья, у нас вам настоящий подарок. Это не просто выпуск, а выпуск-экскурсия по вашему любимому городу Ставрополю и по его знаковым местам. Не переключайтесь, будет очень интересно. Здравствуйте, дорогие друзья, я рада приветствовать вас в нашей программе, ведь мы начинаем цикл передач «Прогулки по городу Ставрополю». Вообще, приехав сюда, я поняла, что эта земля очень интересная. Она окутана просто разными тайнами, всякой мистикой. Одно то, что, в принципе, Ставрополье – это дно моря, которого уже нет. Это уже загадочно и интересно. Именно про мистику и тайны мы будем говорить в сегодняшней программе. Отправляйтесь вместе с нами! Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, пока все. И сегодня у нас специальный гость в программе, человек, известный на весь Ставрополь, Ставропольский край, да и не только, и за пределами. Мы попросили очень. Это краевед Роман Нутрихин, и мы очень рады приветствовать вас сегодня. Здравствуйте. Спасибо большое. Роман, вот я не местная, приехала из Петербурга, не менее мистического, наверное, места, но я была удивлена, насколько Ставрополье тоже окутано тайнами, загадками. А еще, знаете, вот мы сейчас находимся здесь, когда впервые я подходила к этой, хочется сказать, набережной, я действительно думала, что здесь море, но нет, здесь район города Ставрополя. Совершенно верно. Это место в народе носит название «Воздушная набережная». Это не просто фантазия. То есть порядка 20-60 миллионов лет назад здесь действительно плескалось море. То есть мы находимся на берегу невидимого океана. Море называлось Сарматское, и оно оставило в городе Ставрополе свои многочисленные следы. Песчаник, ракушечник, огромное количество окаменевших костей древних животных, китов, тюленей, дельфинов. И из этого камня, который на самом деле является геологической летописью миллионов лет нашей Ставропольской земли, и была построена практически вся наша дореволюционная ставропольская архитектура. То есть все эти особняки и прекрасные здания, украшенные таинственными символами, на которые свои следы оставили тайные общества 18 и 19 века. Ух ты ж, отлично мы вывернули с вами. И вот давайте про это, именно сегодня про это наша программа, про мистику, про тайны. Хочется знать как можно больше. Но именно в городе Ставрополь, да, сегодня город находимся. Ставрополь в этом смысле абсолютно уникальный и интересный на карте всей России, потому что это юг России, пересечение огромного количества путей. То есть здесь недалеко проходил когда-то Великий Шелковый путь, главная артерия торгового и культурного обмена между древними народами. Но здесь пролегали и другие пути, еще более древних миграций всевозможных народов. То есть после того, как схлынуло море, прошли миллионы лет, по нашей земле прошло множество древних народов. Это и кимерийцы, скифы, сарматы, аланы, половцы. И все они оставили в нашей земле какие-то археологические сокровища и даже драгоценные золотые клады. Например, в 1910 году в селе Казинском Ставропольской губернии крестьянин Олейников выпахал из земли совершенно уникальный клад. Почти 16 килограмм драгоценных сарматских украшений. Из этого вышла целая авантюрная, почти детективная история. Золотой сарматский клад, который является одним из самых больших, крупных по весу золотых кладов России, до сих пор можно увидеть в золотых кладовых государственного Эрмитажа в Петербурге. Роман, где купить участок земли, чтобы такой же клад отрыть еще? А это как повезет. Это как повезет, знаете, это ж невозможно предсказать. Это вот та самая фортуна, судьба, если хотите, мистика. И таких кладов на самом деле может быть меньше по весу, но на территории города Ставрополя находили и древние персидские золотые монеты, и древнегреческие монеты с изображением Александра Македонского, и чего хотите. То есть наша земля очень богата исторически, и это история, которая неизведана, которая
не может быть прочитано в полной мере, поскольку мы говорим о народах, у которых не было письменности, конечно, окутано всевозможными тайнами, о всевозможных поверьях. То есть все из всего этого слагается такая легендарная эпическая летопись Ставрополя. И сегодня, дорогие друзья, мы вам немного приоткроем завесы тайн. Оставайтесь с нами. Что здесь было? Фактически мы находимся в историческом сердце города Ставрополя, на месте Ставропольской крепости. Потому что после всех народов древних, которые прошли по этой земле... Вот они все боролись, да, за эти земли, вот, менялись? Была большая борьба, здесь постоянно шла война. И мир наступил только после того, как в последней четверти 18 века здесь водворилась Россия. И по договору с Турцией были построены крепости Азово-Моздок. Укрепленной линии, да, вот. И город Ставрополь был одной из таких крепостей. В течение 1777 и 1778 годов по приказу императрицы Екатерины II должны были быть построены 10 оборонительных крепостей Азово-Моздокской линии. Причем абсолютно мистическая дата была выбрана. 1777 год, 22 октября. В календарном отношении, но совершенно четко видно, что серьезный астролог работал над гороскопом закладки крепости, потому что над ней в это время выстроились и 7 планет в один ряд, и был 21 лунный день 3 раза по 7 и так далее. Кто мог это сделать? На самом деле это 18 век, когда в России бурным цветом расцвели тайные общества, масонские ложи. И вот Александр Васильевич Суворов, который был отцом-основателем Ставропольского крепости. Он тогда инспектировал строительство этих крепостей, бывал здесь в строящемся Ставрополе неоднократно. И даже в 1779 год, Новый год, встречал здесь Ставропольской крепости. Суворов был масоном с молодости. То есть он входил в Санкт-Петербургскую ложу на три звезды, потом высшую степень шотландского мастера получил в Кёнигсберге во время Семилетней войны в ложе к трем коронам. Масоны это тайное общество, которое прекрасно, кстати, описано у Льва Николаевича Толстого в романе «Война и мир». То есть они собирались в своих ложах, проводили эзотерические ритуалы, целью которой было самонаблюдение, погружение в себя, медитация и совершенствование себя и всего мира на основе древних мистических эзотерических принципов. И масонов тогда в России было очень много. И Ставропольская крепость тоже несет на себе отпечаток этих увлечений золотой прослойки русского дворянства. Роман, если мы вот ходили с вами буквально по истории, то сейчас мы вот присели и сидим на исторических каких-то развалинах. Что это такое? Да, такие прямо руины, можно сказать, местные ставропольские Помпеи, хотя и не такие настоящие, древние. Это остатки хозяйства бывшей Ставропольской крепости, то есть развалины шефского домика. Здесь жил комендант крепости, а Ставропольская крепость, как известно, быстро утратила свое военное значение и стала главным оружейным, вещевым, денежным складом в тылу русской армии во время Кавказской войны. И вот здесь, в этом домике, происходили вещи поистине удивительные. В частности, шефом Ставропольского интенданства был Алексей Иванович Мартас в первой половине 19 века. И вот здесь, в 1837 году, в этом самом доме, на развалинах которого мы находимся, масон Мартас принимал самого императора Николая I, о чем потом повесил на этом доме чугунную табличку. И вот он жил и был похоронен здесь у нас в Ставрополе. К сожалению, место его захоронения сегодня неизвестно, но такие интересные, загадочные, поистине таинственные люди связаны с нашим городом. Роман, прогуливаясь по центральной улице города Ставрополя, Карла Маркса, можно встретить очень много интересных, удивительных таких исторических зданий. И вот одно из них – это, насколько мне известно, дом купцов Тарасовых. Правильно? Да.
Когда-то это усадебное место принадлежало купцам Мяснянкиным, королям Ставропольской торговли, и было куплено у них купцами Тарасовыми. И тогда же на фасаде этого здания появился удивительный мистический символ, перевернутый треугольник с завитком. Вообще, это был родовой, древний знак купцов Тарасовых, их тамга. А у кавказских народов, они были из черкесогаев, то есть северокавказских армян, вот эти знаки имели большое мистическое, талисманное, сакральное значение. Поэтому их размещали на домах, они должны были охранять скот, приносить счастье своим владельцам. Но что интересно, вот этот знак напрямую коррелирует, совпадает с символикой средневековых алхимиков в Западной Европе. То есть вот это вот совпадение знаков на Кавказе и в европейской алхимии, но очень примечательно. И для Тарасовых, по большому счету, не случайно, потому что известно, что эти купцы увлекались мистикой. В частности, они дружили с одним из самых таинственных людей в истории начала 20 века, с Григорием Распутиным. Знаково и важно, что в Ставрополе сохранился этот дом, связанный с этой поистине звездной, загадочной семьей в истории России. Ну а мы идем дальше, прогуливаемся по Ставрополю. Да, круто. Роман, находимся мы сейчас у одного из символов города Ставрополя. Не могли мы сюда не прийти, конечно же. И как и весь город связан с какой-то мистикой, то наверняка и это сооружение тоже. Конечно. Будучи построенными еще в первой половине 19 века, Тифлисские ворота или Триумфальная арка, в общем-то, произвели очень большое впечатление на горожан, потому что эта часть города была еще не благоустроена. Грубо говоря, где-то здесь свиньи ходили, утки, куры, и вдруг вот среди этой грязи появился такой памятник европейского лоска, по сути. И тогда писали о том, что многие горожане ломают голову над тем, зачем здесь построили. Поставлены эти ворота. А на самом деле глубина замысла была просто невероятная, грандиозная. Его реализация растянулась практически на целый век в городе Ставрополь. Дело в том, что Ставрополь еще с конца 18 века и на протяжении всего 19 строился как копия древнего античного города Александрия, где располагалась знаменитая Александрийская библиотека. Этот город был построен Александром Македонским как город знания, город науки, город мудрецов, в общем-то, многие философы оттуда вышли. И замысел Александрии был такой. То есть Александрию называют первым регулярным городом, построенным по заранее заданному плану, а не стихийно. И план был следующий. То есть через весь город проходил главный проспект, направленный на точку восхода солнца в день летнего солнцестояния. Этот проспект Александрии венчали Триумфальные ворота. И замысел выражался в том, что в день летнего солнцестояния, самый длинный день в году, который у древних людей в их сакральных календарях был самым священным, в общем-то, солнце поднималось в триумфальных воротах. Свет этот фокусировался, это должно было символизировать триумф солнца. И эта солнечная энергия направлялась по главному городскому проспекту в Александрии, растекаясь как нервный импульс от мозга по позвоночнику, столбу, по всем нервам, улицам, наполняя светом весь город и благословляя его на весь год. Так вот, в Ставрополе реализован ровно тот же самый замысел. Главный городской проспект, который носит сейчас имя Карла Маркса, а до революции назывался Николаевским, а еще раньше улицей Большой Черкасской, точно так же направлен на точку восхода солнца в день летнего солнцестояния и также венчается триумфальными воротами. И любой совершенно может это проверить, придя в районе 22-24 июня раненько, правда, в 5 часу утра, летом солнце восходит рано, и увидеть, как именно в этом проеме арочном восходит солнце в главный солнечный день в году, таким образом наполняя город энергией. И для сомневающихся можно сказать, что
конец проспекта, ныне улица Советская до революции, так и называлась. Улица Александрийская. То есть все прямые намеки даны на то, что послужило прообразом для города Ставрополя. То есть замыслы поистине грандиозные. Купцы, увлекаясь вот с этой всевозможной мистикой, сакральным наследием древних народов, строили город как некий шедевр, город-талисман, который был связан с космосом, который должен был наполняться благотворными энергиями для того, чтобы живущие здесь люди, в общем-то, облагораживались душой, были склонны к чтению, наукам, искусствам. То есть, по сути, маленькая Южная Александрия в возрождении самых лучших своих античных идеалов. Роман, картинная галерея Гречишкина известна, конечно, многим жителям Ставрополя и гостям города. Но вот что в ней такого мистического? Например, я совершенно не знаю. Прежде всего, само здание. Потому что до революции и даже после какое-то время оно принадлежало мусульманской общине города. И это была мечеть, выстроена в таком мавританском восточном стиле. Это усадебное место когда-то принадлежало купцу Бибердову, одному из богатейших в городе Ставрополе, который был мусульманином. И в его жизни случилось несчастье. Его дочь в очень юном возрасте умерла. И безутешный отец похоронил ее прямо здесь, на этом месте. Стоял долгое время надгробный камень. И он эту землю подарил в качестве вакуфа, то есть пожертвования мусульманской общине для того, чтобы здесь появилась мечеть, чтобы на месте упокоения его дочери всегда славили Бога, звучали молитвы и собирались благочестивые люди. И вот в городе очень давно появилась легенда о том, что в священный для мусульман месяц Рамадан, в полнолуние, в полночь на вершине этого прекрасного минарета, который венчает данную мечеть, можно увидеть бледную тень в белом платье, призрак той самой дочери купца Бибердова, благодаря которой здесь, в Ставрополе, появилось здание этой мечети. Здорово прошла наша сегодняшняя экскурсия. Спасибо вам огромное. Наверное, мест мистических на Ставрополье еще много. Огромное количество. Я думаю, что мы с вами еще увидимся. И наши телезрители, конечно, ждут вас снова в наших программах. Буду рад. И вот на эту тему еще обязательно много поговорим. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Мы очень долго гуляли и сильно проголодались. И поэтому мы идем в кафе. Но не просто в кафе, а в кафе с итальянским акцентом. Будет вкусно. Получилось организовать это непосредственно в особняке 19 века. Все мечты реализуются именно здесь. Почему итальянская кухня? Как пришла вообще такая идея? Идея пришла изначально от итальянского мороженого, которое называется джелато. Почему? Ну, потому что я просто влюбилась в этот продукт. После этого мой партнер в настоящее время и бренд-шеф, что он сделал? Он помог мне реализовать мою мечту, потому что, на мой взгляд, это самый лучший продукт, который я пробовала в своей жизни, даже в Италии. И после этого мы начали раскручивать концепцию, чтобы это было не только мороженое, но и дополнительная итальянская кухня, итальянские традиции. Это вот где бабушка катает пасту, знаете, там внуки, дети, чтобы это было связано с семейностью. И вот, собственно, я стараюсь реализовывать это в каждой мелочи, каждой детали, точно так же относиться к гостям, которые к нам приходят. Это больше про семейственность. И про любовь. Все по любви у вас здесь. Да. Это прям чувствуется, когда заходишь. И про натуральные ингредиенты, еще про то, что вот как будто бы готовится на кухне у вас, да, и вы пошли сорвали это где-то, либо вам привезла это бабушка из Италии, опять же, да, и вы приготовили это прямо здесь. Ну, Ставрополье славится еще и тем, что здесь действительно все растет, и можно даже и здесь. И итальянскими бабушками, да. Мороженое есть не только такое, а есть вот такое, которое только приготовили, и вы можете через 5 минут, как оно приготовилось, попробовать его на вкус, и оно будет совсем
волшебный. Вот, заведение уникально тем, что здесь и готовят, правильно? Да, все верно. У нас, как ребята все говорят, за стеночкой. Ага. У нас есть своя собственная лаборатория, где мы готовим мороженое. После того, как приготовили, оно либо закаляется в зависимости от времени года, потому что это такой очень живой продукт, который требует очень большого внимания и любви, опять же. Все это готовит желатьере. Это тот человек, который непосредственно занимается приготовлением мороженого. Я вот часто в программах наших говорю, путешествую по Ставрополю, говорю, все свое, друзья, здесь не исключение. Фермерское молочко. Да, да. Самое популярное – это сицилийская фисташка, потому что ни с какой другой мы готовить не будем, это точно. Точно так же и с других орехов. Вот это она у меня здесь? Да, да, ой, да. А у меня просто сливочная. Попробую, я попробую. Ваше здоровье, дорогие телезрители. Что это точно не то, что можно купить в магазине. Это очень вкусно. Ну, реально. Вот я люблю фисташковое мороженое в рожках обычное. Это вообще не то. Это очень вкусно. Круто. Рекомендую. Пока. Я буду есть. Очень круто. Михаил, спасибо большое вам, что пустили меня в свою святая святых. Я вот все сейчас потрогаю, вижу все своими глазами, своими руками. Как это происходит, волшебство? То есть пасту не покупаете макароны в магазине? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Пасту делаем сами, свежую. Супер. И мука какая-то тоже непростая. Да, ну тут два вида муки. Одна непростая. Мука твердых сортов пшеницы прямиком из Италии. Она прям крупного помола. И что доброжелательно скажется на самом продукте конечном. Это обычная мука. Наша. Да, наша, любая мука, какая вообще больше нравится, кому как удобно. Здорово. И сейчас мы будем готовить своими руками пасту. Приступим. Паста. Нам понадобится миска. Так. Мука обоих сортов. Соль, немножко оливкового масла. Яйца, которые к нам приходят, мы их всегда моем в щелочном растворе. Потому что на яйцах часто могут быть всякие паразиты, букашки. Теперь я буду с этого дня мыть яйца дома. Так. Почему-то. Точно такое же количество нужно взять желтков. Вы же сказали 2, зачем 5? 2 целых. Ничего не понимаю. Ну да ладно. И можно замешивать. Вот. Попробуешь? А у меня получится, да? Да. Давай. Можешь просто мешать. Да я умею. Пока не сформируются такие комочки плотные, чтобы можно было уже дальше рукой замешивать. Плотные комочки. Супер. Это наша паста. Очень густое тесто, правда. Но это раскатать нереально, мне кажется, вообще. Вкусно пахнет. Пахнет яичками. Прям вот яйцами такими. И мытыми в щелочном растворе. Желательно дать тесту отдохнуть примерно 15-20 минут в холодильнике, для того, чтобы глютен, который есть в муке, он сформировался, и тесто было более эластичным. Но мы этого делать не будем. Это мы вырежем. Давайте, желательно надо дать тесту отдохнуть 20 минут. Мы такие на монтаже. Ага, окей. Прошло 20 минут. Да. Супер. Прошло 20 минут. Давайте, как будто вы его типа достали. Все. Угу. Тесто отдохнуло. Так. Можно его начать раскатывать. Я думаю, что готово. Вау. Давайте вот так на двоих растянем вот ее. Видишь? Можно? Видно. Вообще видно руки. Алло. Та-да-да-дан-да-дан. Дорогие друзья, магия монтажа. Новый стол, новое все, но старое блюдо. Продолжаем.
для соуса песто. Вау, это очень вкусно. Нереально. Примерно столовую ложку. Вообще кайф просто. Я не знаю. Как вы делаете это каждый день? С любовью. С любовью. Можно отправлять в пасту? Варим. Сколько это? Минуты 3? 4, 5? Минуты полторы. Полторы. Вода уже подсоленная. Все, она готова? Да, готова. Так, паста готова очень быстро. Вы не засекали даже. Вот так. Так. Наши попардели. Все сделанное, дорогие друзья, своими руками. Этими замечательными. Покажите, покажите свои руки. Все сделанное своими руками. Ну ладно, я буду закручивать. Так, я взяла все сразу ингредиенты, чтобы весь ощутить спектр эмоций. Слушайте, вкусно. Знаете, что странно и интересно? Чувствуется отдельно каждый вкус, и вот чувствуется, как оно в гармонии, в каком-то ансамбле. Вот эта изюминка того, что паста настоящая, натуральная, она очень мягкая. Вот так это делать правильно, но какая разница, как делать, главное есть это, потому что это очень вкусно, и если есть, это надо быстро. Паста. Спасибо. Но с другой пастой. Так, будем сейчас сравнивать. Я просто, чтобы вспомнить вкус, сравниваем. А, горячая. Вот как эта, хоть она и альденте, но она такая бабушкина, такая мягкая, такая домашняя, такая вот прям желточки чувствуются. А вот это все-таки, она вот такой альденте, прям по-настоящему альденте. Вот, собственно, и вся разница. Что выберете вы? Жесткость или бабушкину теплоту? Решать, конечно, вам. Приходите, пробуйте, оставайтесь на своем ТВ и оставайтесь с Яней Местной. Мы вам еще много чего покажем и расскажем. Пока-пока!